Марина, сегодня нашему клубу год. Расскажите, пожалуйста, вот вы наша активная клиентка, какие достижения за это время у вас, какие результаты? Ну, на самом деле достижения есть. Я заметила, что фигура стала более подтянутая. Я заметила, что я стала еще более активной в своей жизни. Стала как бы даже все быстрее делать. И на самом деле очень довольна тем, что вот хожу уже, занимаюсь здесь, хожу на групповые занятия, занимаюсь тренером и вижу результат. Скажите, а вы до этого занимались самостоятельно, без тренера? В чем преимущество занятия именно с персональным тренером? Индивидуальный подход. Вот даже, например, сегодня я занималась тренером, я говорю, вот мне необходимо там растянуть, там подкачать. Все, тут же начали делать именно на те группы мышц, на те стороны тела, которые необходимы. То есть именно конкретно индивидуальный подход. Угу. А как вы вообще в целом оцениваете работу тренера? С кем вы занимаетесь? Я занимаюсь с Олесей Гриненко. Uh-huh. Ну, если брать по 10-бальной системе, то на 10 баллов. Мне очень нравится. На самом деле, я хочу отметить, что не только именно работа с индивидуальным тренером, да, вот она очень эффективна. Групповые занятия также, потому что каждый тренер, он в течение тренировки еще может подойти, спросить, как ты себя чувствуешь, получается, не получается, если не получается, подготовка не позволяет, например, да, он немножечко по-другому дает этот же вид упражнения, и человек делает по-другому. Поэтому здесь все тренера, на самом деле, ну, я бы всем поставила 10 баллов. А что из групповых тренировок предпочитаете? Канга-джамп, фла-йога, затем пилатес мне очень нравится, стретчинг, стрипластика вообще потрясающая. Но это те, которые я вот регулярно посещаю. А про кенгу джамп расскажите подробнее. Это наше новое направление. В чем его преимущество? Ой, знаете, оно очень веселое. Я первую тренировку на себя смотрела, я именно веселилась. Я поняла, что мышцы проработались. Это такая кардио-тренировка, но в то же время получила море позитива. Потому что это как маленькие дети скачут на каких-то матрасах, на пружинах. Это здорово. Спасибо большое за ваши ответы.